Привет! На связи Евгения. Осень вступила в свои ряды, а значит, пришло время нарисовать сапожки. Для работы нам понадобится плотный лист бумаги, палитра, гуашь, кисточки, емкость с водой, карандаш, салфетка. Возьмем карандаш, нарисуем сапожки. На карандаш старайтесь не давить. Широкой кисточкой напишем фон. Напишем сапожки в серых оттенках. Прорисуем сапожком подошву. Рисуем цветы. Напишем детали.
работа готова.